Всем привет, ребят. Ну что, на Китайке открылся архидемон. Архидемон с топором и с приспешниками. Я показывал, как бить его на английском сервере. Сейчас мы попробуем это сделать на этом сервере. Воссоздадим состав. Так, что тут только 4, около 5 набивают, да? Окей. Попробуем. Так, вольт нам тут не нужен. Вот такой вот состав плюс агримна урника. Это наш урник. Вот. Вот наш весь состав. Сейчас мы расставим рунки. Топор будет бить по пиковкам. В принципе, через раз он будет срабатывать. Ну, в общем, больше сюда вы ничего не добавите. Я не знаю, пробовал разные вариации, но пока это было самое лучшее. Так, поехали. Ставим. Ставчик весь. Так, так, так. Так, начнем с урника. Мы еще пойдем где-то гильдий. Урник у нас собран. На него мы поставим. Так, первый есть. Дальше. Следующий у нас будет тыковка. Набираем ленку. Ставим так. И сюда ставим чек бума. Второй герой есть. Дальше укротитель. Такая вот сборка. На него мы поставим. Так вот. Так, дальше химка. Это максималки. На нее мы поставим шиару. Для того, чтобы не успел набирать энергию. У него, по-моему, иммун. Нету иммуна. Так, дальше стрелок, то же самое, улучшаем, сюда мы поставим панчбокса. Так, есть и ведьма. Хорошо. Нету восьмерки, значит ставим то, что есть. Окей. Такая вот сборочка. Сюда мы поставим смертушку. Вот такой вот состав. Поехали. Попробуем. Самое основное это я уже показывал, то есть там плюс-минус таким составом может быть 300-400 миллионов. Так, пускаем, начинаем с орника, пускаем всех остальных. Вот он бьет топором, нам это не страшно, максимальный урон мы получили. Теперь самое основное, скажем так, это чтобы он не заряжался, не включался. У нас, в принципе, здесь есть стрелок с орнитоптерами, который забирает энергию, плюс у ведьмы тыковки, которые тоже имеют встроенный разбросик. В принципе, нам должно этого хватать. Видите, около 19, где-то свыше 5 миллионов я должен набить. Или 5, это так, то есть у меня плюс-минус будет 7-8 секунд,
есть этот состав на сегодня самый такой топовый. Я на английском сервере показывал уже, там я набиваю таким составом где-то приблизительно 5,5. Ну, то есть там рандомно, опять же. Сюда можно, конечно же, поменять некоторых героев, попробовать. Ну, я не знаю, можно Химку попробовать убрать, поставить кого-то другого, как вариант. Ну, сейчас посмотрим, какой у нас будет результат. Можем, кстати, убрать Химку попробовать. В принципе, если мы уберем Химку, у нас будет намного меньше урона сейчас. Ну, ради теста это сделаем. Только я гляну талантики. Вот видите, сейчас немножко неудачно. Начало было, но думаю, 5 мы должны выбить. По идее. Даже больше, чем 5 чуть-чуть набили. Ну, опять же, до топа, как на английском, мы не долазим. 5,2, вот так вот. Такой вот результат этот раз. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. То есть, взяли топ-1. Давайте попробуем. Уберем отсюда Химку. Поставим вместо Химки сюда сердцеедку. Такс. Только я не помню, еще у меня тут сердцеедка. Ее еще найти надо. Хорошо, ставим сюда вот так. Кару. Так, вот. Нам надо либо зеленого смотрителя достать, оракула. Сейчас гляну, что у меня тут талант там есть. Так, ну, в принципе, мне обязательно сядут, отлично. Заменить, хотя можно было замедление. Ладно. Так, хорошо. Есть что у нас с чарами. Все отлично. Пиромах стоит. Поехали. Уже тестик получается. Смотрим, сможем ли мы набить больше. Ну, уже, я думаю, видно, что проскальзывает меньше урон. Ну, посмотрим, пусть разгонится на максималку. Сейчас глянем, что у нас получится. Ну, пока летит. Смотрю, пару секунд, наверное, скорее всего, будет не дотягивать. Хотя где-то приблизительно так же, может, немножко до 5 дойдем, но есть заметно, что урон немножко не такой, как хотелось бы.
сейчас вот вроде неплохо пошло. Все равно меньше вроде, как мне кажется, это все-таки меньше. Может и такой состав тоже неплох будет. Но, судя по всему, даже до пяти не дотянем. Не успевает. Да, не хватит. Все-таки химка получше смотрится. Именно где-то чуть-чуть. Возможно, если прокачать 20-е прорывы все, надо будет на английском, если будет такой архи затестить, то, возможно, тогда будет получше результат. Но пока я смотрю, что не дотягивает. Интересно, сможем набить больше, чем второй результат? Топа 2. Нет, даже не набили. 1,7, да? Смотрим. Вот это третий результат, если таким составом бить. Второй, точнее. Потому что у меня первый. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите, кого вы хотите увидеть на таком архе. Я вам, в принципе, показал оптимальный состав. Можно огника, конечно, убрать, попробовать без огника. Я показывал. Можно поставить других героев, которые будут там либо применение. Можно ту же самую химфу попробовать, как вариант. Но огник по-своему тоже хороший. Он тоже дает дополнительный урон. Так, окей. Это у меня битва гильдий. Так, эту награду забрали. Наверное, меня попроходило народа. Наш пятый. Или посильней. Будем сейчас их шкварим. Так, понятно все. С вами, ребятушки, понятно. Так, первый готов. Вот это битва гильдий, да? Скажите, супер. Не надо ничего делать себе. Выпустил Минотавра, всех баферов. И кайфуешь. Так, второй готов. Надо хоть топы посмотреть. Так, 600. Так, третий. Больше. 600, так, дела. Нормально. Вот это битва гильдий. И в кайфе. Сделала то, что надо. Зашел, прошел. В общем, вот так вот. Такой вот состав, показала вам, что он самый пока оптимальный, и, возможно, что-то новое придумаем, посмотрим. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.